Улан-Мухак – одно из самых интересных в Азербайджане. Легенды о нем насчитывают не одно столетие. И сегодня мы вам расскажем о тайнах этого загадочного села. Мухак славится тем, что в нем всегда рождается равное количество мальчиков и девочек. Помните, я рассказывала вам прекрасную легенду, когда мы путешествовали по Закатальской крепости? Так вот, по преданию, девушка была именно из этого села. Девушек этого села отличает отвага и мужество, поэтому о них часто слагают легенды. Говорят, что здесь девушки такие же смелые, как мужчины. Село Мухак также славится своей уникальной кухней. Таких блюд нигде больше в Азербайджане не готовят. Поэтому сотни гурманов приезжают сюда каждый день, чтобы отведать их. Мухакцы гостей любят и с удовольствием делятся рецептами. Лучшим украшением праздничного стола в Закаталах является хиньял, но готовь его здесь из особенного мяса, высушенного и выдержанного в соли. Называется это мясо гахадж, и сегодня мы с вами попробуем его приготовить. Поможет нам в этом Эльмира Ханум и Эльмира Ханум. Здравствуйте! Приступаем к работе. Вначале нам нужно приготовить тесто. Рецепт теста очень прост. Нужно всего лишь стакан воды, чайная ложка соли и около 2 стаканов муки. Все это необходимо перемешать, а затем замесить тесто. Прежде чем приготовить любое блюдо из теста, из него делается кюнде. С азербайджанского это переводится как шарик из теста. Вот один такой шарик, это считается, что одна порция на человека. Тонкий лист теста разрезают по вертикали и промасливают. Затем получившиеся тонкие полоски теста выкладывают друг на друга и разрезают по горизонтали. Получившиеся квадратики из теста и выкладывают на гахадж. Сейчас мы положим вот эти листики прямо сверху гахаджа. В газане у нас уже варится мясо, предварительно залитое водой. Вот до этого уровня мы будем заполнять газан тестом. И вот через полчаса мы наконец-то попробуем это вкусное блюдо. А пока идемте накрывать на стол. Насколько же популярен гахадж в Азербайджане? Его готовят в северо-западном регионе страны. Почти в каждом доме на кухне всю зиму висят вот такие вот кусочки вяленого мяса. Особый вкус блюду придает гахадж. Высушенное мясо сохраняет в себе все полезные минералы и витамины. Ну что ж, давайте же попробуем. Как мне объяснили, это блюдо обязательно нужно есть руками. Именно тогда можно оценить этот неповторимый особенный вкус этого истинного закатальского блюда. Ну что ж. Очень необычный вкус, напоминает чем-то копченую рыбу. Кстати, аналог гахаджа готовится в Норвегии. Традициями тут для нас приготовили целое представление. Под национальную музыку акробат выполняет наисложнейшие акробатические элементы на высоте 3 метров.
час рискуя жизнью, они веселят и удивляют народ. Для этого нужно быть очень смелым и бесстрашным. Я бы так никогда не смогла. Тут у нас сидит женский коллектив. Они вяжут и устроят нам тоже отдельное представление. Будут петь, танцевать и наслаждаться праздником. Это баяты, четверостишья лирического содержания. Их принято исполнять во время работы. В закаталах под баяты вытягивают из шерсти нити для будущего ковра. Под баяты и работа спорится. Когда работа закончена, можно и отдохнуть, а заодно и размяться. Лучше всего это делать под музыку. Этот древний танец символизирует круговорот жизни. И вот так вот каждый раз здесь проходит. Закатальцы очень гостеприимный народ. Надеюсь, мы посетим этот город еще не один раз. А в следующий раз мы узнаем все тайны загадочного города Валакян. До новых встреч!